Съемки 11-го выпуска шоу проходили 7 декабря. Новый номер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой и певца и тиктокера Дани Милохина получился очень страстным. В одном из эпизодов Даня уложил Евгению на стол. Многие зрители и поклонники ледового шоу давно заметили искру между Медведевой и Милохиным, предполагая, что пара встречается не только на льду, но и за его пределами. В недавнем интервью Даня и Женя опровергли все слухи, заявив, что они всего лишь друзья. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась новым номером Евгении Медведевой и Дани Милохина. «Какая прелесть! Я в восторге! Практически в невменяемом состоянии», призналась Тарасова после выступления фигуристов. Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в мужском фигурном катании Алексей Ягудин отреагировал также на выступление Медведевой и Милохина. «Я бы назвал эту программу 18+. Даня и Женя бунтари со своим собственным стилем. И самое главное, что они не пропускают ни одной секунды во время танца». Данила, сколько ставите? Азартистизм. Стоит добавить, что Евгения Медведева каталась в коротком черном платье, а Даня Милохин в белой рубашке и черных джинсах. Пара исполнила несколько сложных поддержек и параллельный прыжок.